Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Отель Old Palace, регион Сахал-Хашиш. Здесь рядом находятся поющие фонтаны после 7 вечера или после 9. Ресепшн, лобби. Бар на лобби. В лобби. Номер 1320, комната, две кровати, диван, телевизор старый, спасибо, чайный уголок, холодильник, пол кафель, вид на бассейн и балкон и море. Ванная комната, ванна и душ. Балкон. С видом на бассейн и на море. Номер большой, хороший. Территория небольшая. Old Palace, завтра.
там в районе Тропителла, там коралловый риф и понтон. Туда можно ходить с рыбой, посмотреть, плавать. Хороший коралловый риф. И слева вон там вот депорт, кораблики стоят. Там тоже есть коралловый риф, там тоже можно рыбу посмотреть. Можно взять велосипед на прокат. Здесь довольно-таки длинный променад. 3 километров, наверное, 5 от крайней точки до крайней. И такие баги еще ходят, можно заказать и проехаться, посмотреть. $20 стоят такие баги на 1 час. То есть если тут 3 места, на 3 места, ну, 4 человека максимум может сесть. $20 на 4 человека, это $5. Ахмед отказался наливать сок по браслету Old Palace. Окей. Концепция у них all inclusive с 10 утра до 11 вечера, поэтому никакие напитки, ничего взять в это время нельзя. Хотите на отдых в этот отель или другие? Мы вам поможем. Закажите звонок у нас на сайте, и мы перезвоним вам. У нас есть удобная система онлайн-оплаты и бронирование для самостоятельного подбора туров по лучшей цене. Ждем вас в наших офисах. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений.